Ассаляму алейкум. Бүгін Қырмыжғалынан 726 күні екіленмекте. Эфирде заман соңки хабарлернен таныш етмеге азырмыз. Евровидение 2016 ярышында Украинаны Джамала тағдим етеджек. Жюри азалары Қырым-татар ержесіна екінші ерні берділер, лякен сержілерінің рей беруін етеджесінде о бірінші ерге найл олды. 380 бин серже сесілерінің 37% Джамала ечін берілген. Сон акем Константин Меладзе Джамаланын умайышны тенқит етті. Оның фықрине көре ержінің чықышында бір демлігі йоқ еді. Мы увидели ваш номер, где песня – это одна история, постановка – это другая история, ваш внешний вид и платье – это какая-то третья история. Причем эти три истории друг с другом не соприкасаются и не сочетаются. Они как бы сделаны автономно друг от друга, потому что постановкой занимался один человек. Екінші ярымфиналда біріншілікні әлдеткен Сансені де жиди тенқит еттілер. Старая получается. Песня, да, создана. Андрей, ну, все, знаете, вот вы написали... не ответили сами. Почекайте, вы написали старая. Песню себе. Если я взял песню «Белые розы», перевел ее на английский под балалайку. Но это тільки можете выдумать, Андрей. Конечно, кто еще? И давайте здесь или по-справедливому, или будете сейчас рассказывать эти сказки. Ты человек мира и планеты вообще, чи ты конкретно співак від України, який займає конкретну позицію по відношенню до України, зберігай свою аудиторію де хочеш, але не закривай очі на речі, які не можна закривати. Є війна і мир, і змішувати це не можна. Джамала співала про Крим. І ти вважаєш, що це нормально виступати в Криму? Ән юксек 6 баны жюри азалары The Hard Kiss тақымына берді. Жюри рейлерінің нәтижесіне көре Джамала екінші ерде, амма сержілер оны құтарды. 380 бин сеслерден тақминен 150-сіні Джамалаға берділер. 5 баллов. Отримує. Гурт The Hard Kiss. І 6 балів отримає Джамала. Джама, Україна обрала тебе. І мені приємно зараз осознавати, я, наверное, сейчас даже это не осознаю, это завтра пойму, что это оказалась моя песня. Вот просто моя песня, моя история, моя прабабушка, моя вот какая-то вот такая, знаете, ну вот до, даже, может, до странности простая драма, где я рассказываю о том, что пришли чужие люди, обидели. Поздравляю Джамалу с победой. Это было абсолютно все справедливо. Я был участником этих споров. Все-таки выбирает зритель, и они главные. Жюри азаларындан эңчок Джамалаға Руслана дестек остерді. Айтханына көре, илерде де она қол тутачақ. Насправді зараз вже така мить, яка не дуже налаштована на ейфорію, тому що Джамалі зараз з цього моменту треба працювати, вибачте за слово, пахати в 100 разів більше. От, на неї зараз тільки що впала вже реальна така місія. І мені здається, я не перебільшую, тому що артист, який їде на Євробачення, він дійсно їде з місією. І все склалося так, як хочуть зірки, напевно. Євровидення 2016 ярышы бүйсене Свечриде майыс айында өткірілечек. Анда 37 мемлекетінің темсіжісі іштырак етеджек. Наталка Калинка, Эльдар Асматов, Заман, АТР.
Россияның Девлет Думасы Евровидение тешкелячыларындан конкурсқа қырым татарларының сүргінлігі қандай еріні чықармамаға талап еті. Информацион сиясеті комитетінің рейс муавины Вадим Денгин білдіргеніне көре, санки Русияның Невбетеки кере ашаламаға істейлер. Евровидение тешкелячылары еріннің метіні ғайрыдан тешкіре біле. Ахмеджитеке Житкова соқағанда ерлешкен меджлес бинасына дармадағын еткенлер. Белгісі шақыслар, жамбыларына сындырып бинаға кіргенлер. Буақта меджлес рейсінің бірінші муавины Нариман Джелял білдірді. Бинадан бір шей қырсызланмаған. Келген полиция хадимлері қанун бозылығыны қайд еткенлер. Я склонен считать, что это, скорее всего, не некий политический заказ там на высшем уровне, но это выходка порождена той реакцией на деятельность Меджлиса, которую в последнее время высказывают отдельные политические деятели, руководство Крыма, прокуратура Крыма, стремясь обвинить во всех грехах Меджлис крымско-татарского народа, стремясь повесить на Меджлис различные деяния, которые они считают противозаконными и так далее. И вот на этой волне, возможно, каким-то не особо одаренным культурой, скажем так, людям, могло прийти в голову вот совершить такой своеобразный акт вандализма в отношении частного владения. Бүгін Украина Юқары Шурасының Милли Хапсызлық ве Мудафа комитеті 2014 сенесі февраль 28-де өткерілген Украина Хапсызлық ве Мудафа Шурасының топлашу стенограммасын ашықлады. Весіқаға көре рус аскерлеріне қаршылық көстермеге тек о вақыт президент вазифесіне еда еткен Александр Турчинов азыреді. О айрби вазиет илан етежек олған, ләкін дегерлері қаршы чыққан. Тавсилятлы жа Невбет Екелевқамызда. Украина Милли Хапсызлығы ве Мудафа Шурасының топлашуы 2014 сенесінің февраль 28-де өткерілді. О заман Қырым Юқары ве Назерлі Шурасы толысынен Русия спецназының назаретінде еді. Бұне бірабер Ахмеджитінің авалиманы да запт етілген еді. Синограммадан аңлашыла ки ешғалжиге тек Украина президенті вазифесіні еда еткен Александр Турчинов қаршылық көстермеге азыр еді. О арби вазиетіні илан етежек еді. Милли Хапсызлық ве Мудафа Шурасының дигер азалары ве оларнен бірабер топлашуда иштирак еткен Юлия Тимошенко есе бұңа қаршы чықтылар. Девлет эсабында асылда пара йоқ. Біз арби вазиет илан етсек, вазиет насыл бітеджегі белли дегел. Бұ оларының планынан бір қысмыдыр. Анда арбилерден ғайры жынкәверлер де келеджек. Белки енді келгендірлер. Анда халқара ара кергенлігі башлай біле. Бұнда есе меркезе акиметіні қабатларлар. Біз женке азыр дегелік, женклешмек үшін кімсе жоқ. Мен не айтмаға істейм, бізде 100-ден тек бір фурсат олса, біз онен қолланар едік. Ләкін бақыныз ордымыз насыл алда. Қырымда есе рус аскерлерінің сайысы бізім аскерлерімізге көре бірқач кере чоқ тұр. Оларда есе ең яңы арби техника бар. Милли Хапсызлық ве Мудафа Шура комитетінің елбашысы Сергей Пашинскинің білдіргеніне көре, о вақыт мемлекетте пара ве атта Киевні қорчаламақ үшін орды жоқ еді. Арбилерінің сайысы 5000 инсандан ібарет еді. І перше, що ми зробили тою бригадою, це заблокували сам перешийок. Тому що у нас проблема була розповзання цієї зарази далі. Всі сили були кинуті, першочергові сили, на блокування перешийку. Ще раз хочу, щоб ви зрозуміли, 5000 людей на всю Україну. Почуйте цю цифру. І значна частина була розміщена в Чернігівській і в Харківській областях. Від Харкова до кордону, дай Боже пам'яті, 47 чи скільки там кілометрів. Так що ця інформація, ми їх дійсно перекидали на вертольотах, але не з метою атаки, з метою блокування і не дати розповстись цій заразі. Украина сиясетчилерінің фікіріне көре, егер де Ярмадада Русия арбилеріне қаршылық көстерілген олса, Русия Украинада күтілеген шекілде жеңіп башлайжақ еді. Разведка баш идаресі бұны ізбатлай. Бұл қаритада Украина сыңырларында бұлынған рус арбилерінің сайысы көстеріле. Прикордонники нам доповідали, що по їхній інформації, ота танкова та батальйонна тактична група, це 50 танків і біля 200 БМП, БТРів, отримала команду при підтримці отої авіації, про яку нам говорили, да, іти на Київ. Щоб було зрозуміло, це 3-3,5 години. Паралельно ми підняли 72-ту бригаду міста Білоцерків, просто проінформую, по бойовій тривозі 90% техніки не покинуло парків.
Нетижеде Украина Милли Хапсызлыга ве Мудафа Шурасы Силялы Куветлер Кулануынын стратегия планларына угренып, арби хизметчилеринен топлашуу кечирип оператив штабына курган сон, Будапеш меморандумунун гарантиясы оларак белгиленген Америка Кошма Штатлары ве Буюк Британияга муражат этмеге карарга келди. Белли болгону кеби бутун бу карарлар Крымны Украина теркибинде сакламага ярдам этмели. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Крымда кенеде февкуляды вазиеті илян етеле біле. Ярмадыда суқытлығы. Бұны Крымнан Рус Мемурет елбашысы Сергей Аксенов білдірді. Оның айтқанына көре, ярмадыда мақсус штаб тешкіл етіле. Оның эсас мақсады Керич, Кефеве, Едіқұйы районларының суынен темин етмектір. Январь сонында Госкомводхоз қызметі Крымнан епсі су анбарлары 100%-ға толы олғаны білдірді. Су әм қыздыру фемді курорт мевсіміне етежегіні ишандырған еділер. Бакчисарай елбашчылығы истифаға кетті. Февральның 20-де Шерінан Урус Мемориет елбашысы Владимир Верховодов и Шер елбашысы Юрий Гуляевны вазифесіні терк етмеге мәжбур еттілер. Кеченлері интернетте пейді олған видеода көрінеке, елбашшылар хадимлерге қануны бозып, ішлер бежермеге авале етелер. Бұндан сон есе жемаатчылық Верховодов и Гуляевны истифаға елламақ талабынен Шер шурасында топлаштылар. Ақия регионда олған Арлина айкойындеке хастаханені қапатмаға естейлер. Тарихи бинаны есе иқаджақлар. Хастахане ерлешкен бина 1913 сенесі құрылған еді. 2014 сенесі есе бала екем одасында таван ешілген сон бинанен қолланмайлар. 5 ил эвелси Арлина айкой хастаханесіні Балаклава шер хастаханесі еркенна кірді. Хастахане қапатылса, сакинлер 30 километр ұзақлықта ерлешкен дигер хастаханеге қатнамаға мәжбур олажақлар. Это наша история. Это здание пережило гражданскую войну. Это здание пережило землетрясение 27-го года. Это здание пережило Великую Отечественную войну. И мы его должны сохранить для наших детей. Ну дайте крич народу. Народ соберется и отдаст. Первый раз, что ли, отдаем? Борьба за существование. Ну, а скорее всего, у них такая тенденция, чтобы здесь ни специалистов, никого не было. Ахмеджите қар үргеннен еллардаки асфальтта йоқ олған. Айдавжылар ел кейфетсізлігіне шикейт етелер. Қыш айлары девамында елларда олған чықурларының сайысы баяғы чоқлашқан. Кешкен сене қойылған асфальтта ұрып кеткен. Руса кеметі есе Тамирлев ішлеріні ойле де башлап оламай. Бұ вазетте есе араба Тамирлев меркезлері пара қазана. Ямы, ямы, ямы. И там, где даже положили в том году асфальт по Крыму. В этом году уже, ну все, можно сказать, часть дороги уже уничтожена. То, что делают сейчас ремонт, лучше бы сделали качественно. Некоторые дороги, которые сделали, уже поломаны. Конечно, плюс нам дополнительные доходы, но, честно говоря, жалко людей. Почему? Потому что ставишь новые детали, надеясь на долгий ход автомобиля, не всегда получается. Рус естірлігінде назад етілген Украина арбейлері Киевге келді. Тибет елмі меркезінде аскерлеріні бақып шықажақлар ве тедавелей жеклер. 4 азат етілген аскер Александр Макуха, Сергей Гарнага, Юрий Дмитрук ве Вадим Кирпиченканы сойсоплары ве яқынлары қаршылап алды. Буквально полчаса назад поговорила, да, первый раз. Сказали, едут, скоро встретимся. Я сказала папочку, он в ответ заприк. Наконец-то уже. Так что будем надеяться, что вот-вот увидим. Ну, вчера, когда его освободили, он позвонил, и потом было сказано, что мы их будем забирать в Киеве сегодня вечером. Ну, а потом нам перезвонили, сказали, что их сначала будут продиагностируют их по состоянию здоровья, а потом уже мы будем забирать. Но мы все равно решили приехать, даже если их на диагностику заберут, мы хотим с ними встретиться, увидеть, обнять, потому что это наши родненькие. Сначала трудно, потом чуть легче, когда переводили в новое место.
Все ждали, очень ждут. Там даже ребята, те, которые остались, они ждут, тоже домой хотят. Надеемся, что тоже скоро вернутся, тоже скоро почувствуют это праздник на душе, когда это видишь эйфория. Родных. Это да, это не передать словами. Мы ехали в маршрутке, то есть все уже в ожидании, когда вот этот момент настанет. И вот, я не знаю, это не передать словами, это надо просто ощутить. Просто, да. Правду куда денешь? Тяжело, да. Ну ничего. У нас там было 25 человек, друг друга поддерживали, и все было нормально. Они все просили меня передать родным, что они их любят, они их тоже помнят. Ну и, естественно, они верятся в то, что наши власти сделают все возможное, чтобы их достать. Рузжин кеверлеры кечкен кун девамада 44 кере Украин позициялары тарафына ужум эткенлер. Вазиет Донец живарында керген калмакта. Поблизу Красногорівки ворог вів огонь з 82-міліметрового міномета та вівся снайперський обстріл. В районі Донецького аеропорту противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Протягом години російсько-терористичні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів по шахті Бутівка. Авдіївка, Опитне, Піски, Луганське, Новгородське, Зайцеве, Троїцьке – неподалік саме цих населених пунктів ворог вів вогонь по українським укріпленням. Опорні пункти в районі Мар'їнки, Водяного та Зайцево були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Путін українлерінан есаз душмана дарбуахта Украинанан бірінші президенті Леонид Кравчук Радио Свободы ічін берілген ізатында білдірді. Бұне бірабер онын фікіріне көре украинве руслар аға қардаждегелер олар арасында джен кетмекте. Тек бір қачын есіл бұйыген сон ачулар ұнытыла біле. Сегодня Путин для украинцев это враг номер один. Это Лина Костенко написала. Я ее прочитаю. Да. І українською мовою, звичайно. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Вважають ворогом Путіна, і не тільки Путіна, а й Росію. Чому? 87% россиян сегодня считает правильную политику России по отношению к Украине. Политику агрессии. Политику агрессии Крыма. Ну скажите, пожалуйста, какие могут быть братские отношения в такой ситуации? Бүгінге соңғы хабарымыз еді. Сіздерге ие ақшамлар тілеймін. Дайыма атерлі олыңыз. Көрішкенше.